Берегите нервы. Кстати, сделать прививку от коронавируса теперь можно и во время шопинга. В торговом центре Новоровского 77 сегодня открылся мобильный пункт вакцинации. Желающих привиться с самого утра было много, люди выстроились в очередь, тем более предварительная запись не требуется. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Специалисты городской больницы номер 9 будут делать прививки и завтра, а также 9, 14, 15 и 16 апреля с 10 до 17 часов. Перед процедурой нужно заполнить анкету и пройти предварительный медосмотр. Информацию о прохождении вакцинации сразу занесут на портал госуслуги. Введение второго компонента вакцины также организуют на площадке торгового центра Новоровского 77 28, 29 и 30 апреля. Увидел объявление, здесь рядом живу, поэтому и решил сюда сходить. Так не ощутил нисколько. Мне сказали, все, сделано, можете идти. Я даже не почувствовал. Старшее поколение достаточно активно, поэтому Кировская область занимает одну из лидирующих позиций в стране по уровню прививок среди населения 60+. То есть у нас нет абсолютно никакой, так сказать, там предубежденности, боязни. Люди охотно доверяют медицине и делают прививки.